Вот? Да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну ничего не мешает, я не хочу. Не готов, да? Нет. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такое я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ты же сказал, что на все готов. Пока что. Тогда оставь фамилию. Ну нет, это стрёмно. Хотя бы номер телефона. Не. На что готов ради своей страны? Да ну на все, как деды наши, на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Нет, а это на патриотизм. Вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы?